Смотрите в пятницу, 5 мая, 18:15, программу «Хочу домой» на телеканале «Самара ГИС». Вы увидите видеовизитки. Двум кошкам и двум собакам нужны свои дома и хорошие ответственные владельцы. Возьми собаку из приюта, и кошке тоже нужен дом. Взял собаку из приюта, и возник вопрос, а чем заняться? Ноузворк. Старое направление поисковой службы в новом формате для всех желающих. И гость в студии — Татьяна Гизендинова. Беседа с председателем общественной организации «Помощь бездомным животным» — кот Бегемот. Тема: дети и бездомные собаки, как вести себя, когда хвостатых много. Обо всем этом смотрите программу «Хочу домой» в пятницу, 5 мая, 18:15, на телеканале «Самара ГИС».